Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас стартовал ивент по поводу бункера Браво. Урон от АК-47 больше на 25%. В бункере Браво здоровье зомби снижено на 50%, и радиационное заражение снижено в 2 раза. То есть все как обычно, единственное, что поменялся огнестрел. И тут опыта 6500 плюс 2500 это 9000, 9500. В принципе, неплохо. Я уже где-то на 60 уровне, плюс-минус 59. Но думаю, с этим бункером я качну и даже больше 60 будет. Так, единственное, что у меня осталось. Я вот маску возьму с собой. И, наверное, все переоденусь, чтобы он был новый. И что еще, что еще, что еще? Мне надо взять вот снайперку. Вот эти две штуки возьму. Они имеют для того, чтобы сбивать не прыжок, а как это называется, взрыв толстяков. Так, и вроде бы таблетки мне точно не понадобятся. Вроде бы все. Тут сколько у меня, видите, 9-10 калашей. Думаю, этого будет вполне достаточно. В тот раз я брал 11 эмок, и у меня еще вроде как одна оставалась. Тут калаши. У них урона больше и плюс, что немаловажно, еще я взял навык временный эффект от мяса с приправой. Урон от огнестрельного оружия увеличен на 10%. Это, кстати, тоже не хухры-мухры, это можно взять у лекаря на базе. Очень хорошая тема. Кстати говоря, много раз читал в комментариях у себя под роликами, что типа проходишь бункер, тратишь до хрена вот с этим ивентом, типа, и выхлопа никакого. Ребят, вы бы знали, что творилось с бункером раньше. Я не знаю, может быть, от недостаточно того, что у меня опыта было или что-то еще, но если вот убрать ивент сейчас и проходить бункер, мне кажется, он сейчас намного легче, чем тогда. Хотя, может, это и сказывается на опыте, что раньше у меня не было опыта, поэтому я его никак особо не мог пройти нормально. Но имейте в виду, что бункер нужен для того, чтобы вы собрали АТВ, чтобы могли ездить на болото. А тут все ингредиенты, блин, как это назвать, все ресурсы именно под это заточены. Ну, плюс еще карбон, чтобы улучшать оружие, само собой. Так, отключение турели и открытие замков. Идем по хардкору, чтобы фармить больше опыта. Call to you.
урона, конечно, много. Вот, у меня 4 калаша осталось примерно. То есть потратил я 6 калашей на все это прохождение. И давайте посмотрим, что за это выпало. Тут я же все забрал, весь опыт, правильно? Так, бункер Браво, да, все пройдено. И в итоге какой я уровень? 61, почти 62. Тут не хватает буквально 2200 очков. Так, идем на первый этаж, посмотрим награду. Хотя, в принципе, я там все знаю, что там должно выпасть. Ну, посмотрим чисто ради интереса количество карбона, например. Много его, мало. Так, калаш сюда, калаш сюда. Так, тут минимальное количество карбона. Это я заберу. Так, это схавать, это схавать. Это заберу, фильтр заберу. Икс. Так, это, вот это. Ну, не то, что мне оно надо, но, по крайней мере, пока место для него есть, я это забираю. Так, это гранаты. Это заберу, баллончик. Баллоны, блин, я не знаю, у меня, по-моему, их очень много уже. Так, это стакается. Вот это стакается, вот это. Ну, пусть линза, вот это еще заберу. В принципе, нормально пофармил. Нормально прошел. 6 калашей, в принципе, мне не жалко. Хоть и у меня бункер этот уже, то есть от его давно уже собран. И, ну, в принципе, не так критично периодически его проходить. Плюс это халявный опыт. Помимо того, что вы его проходите, получаете опыт за самих мобов, которые там, зомби, которые встречаете. Плюс вам еще дают опыт за то, что это ивент. То есть так-то неплохо. 9000 опыта. Это один уровень на максималках, если что. Кстати, броня покоцалась вот настолько. То есть тут процентов, наверное, 5, 7, может 10. Так, это мне не надо. Маску я сюда положу. А где у меня были? Вот, снайперка. Блин, это еще 2 выста. Ну ладно. Калаши я заберу домой. Они мне здесь не нужны. Грены я тут оставлю. И что еще тут оставить? Нет, все остальное мне надо. В общем, вот такой вот ролик получился. Обязательно комментируйте. Ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, если вам это не нравится. Я буду это знать. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.